меня зовут Тамара, я нормальная русская женщина. Я всегда выступала за мир, всегда выступала за все необходимые для этого военные операции. И сейчас я хочу обратиться к Степану Бендере. Степан, сдайтесь. Степан Бандера воскрес. Всем салют. Короче, для тех, кто еще не спит, хочу дать инфу важную, кто не видел у меня, короче, вчера я выложил фоточку, в которой я говорю, когда выйдет Wendy Glock 2, вот, и я хочу вам небольшой спойлер сказать. Короче, альбом выйдет в первой половине марта, вот, так что такие дела. Я бы хотел его выложить завтра, хоть вообще, но, к сожалению, так сделать не получится. Так что ждите релиз Fendi Glock 2 в марте, первые числа. Полное мясо. Все треки полное мясо. Нет ни одного проходного трека. Я, кстати, реально объелся, вы угадали. Я только что так вообще не вернул крылышек. Дрожу, откисаю. Вся работа выполнена. Релиз сделан. Все сделано. Все сделано. Так что, чуваки, ждите, ждите. Я не говорил в феврале, я ни разу не анонсил вообще альбом, кроме вчерашнего дня. Поэтому альбом с Майотиком еще будет. Будет очень много всяких приколюх с Тёмычем. Вот, так что, короче, давайте. Ждите. Март. Первая половина. Всех обнял. Успокойтесь. Зачем я позорюсь перед подписчиками? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подписчики. Венедикт. Хочу сказать... Хочу сказать, что релиз дропается в первой неделе марта, и за это мы сейчас выпьем. Я твой пивас пью. Короче, ребята, всех вас люблю. Ждите дропа, ждите релиза, ждите полного мяса. Это не похоже ни на Exodus, ни на Fendi Glock 1. Это абсолютно другой уровень, поэтому, бля, просто это ждите. Это разъёб! Стой, стой. Короче, люблю вас всех. Спасибо, что остаетесь со мной все это время. Ромен. Верите в меня. Ромен. Сейчас ромен покажу. Чекайте, чекайте, чекайте ромен. Это чек на ромен. Мы делаем чек на ромен. Она ест меня, как будто бы я рамен. Когда в Москву с концертом? Через 2 месяца где-то. Нет, через месяц он пиздит, блядь.
Не верьте, я на хуйню говорит. Полтора месяца это, нет, край, это, нет, край, это край, это край, это край, это край полтора месяца. Что упало, блядь? Она все сломала. Короче, братики, люблю вас всех. Ждите. Лиза. Как у вас дела? Давайте просто... Погоди, запрос на подтверждение. Погоди, я выхожу в прямой эфир. Давай просто поесть. Я выхожу в прямой эфир. Здорово, бро. Здорово, братан. Чё ты, как ты? Нормально ты как, спасибо. Заебись, бро, я готовлюсь к релизу морально, физически. Отлично, отлично. Васик, ебать, сижу. Бля, жду, бро, пиздец, ты принял, ё-моё. Чё ты говоришь? Я говорю, ты принял запрос на эфир, я в ахуе. Что принял? Запрос на эфир. Я принял, я принял запрос, потому что я люблю всех своих братиков. Чё ты, бро, какой трек ты больше всего ждёшь с релиза, скажи мне? Блин, даже не знаю, просто весь альбом жду. Красавчик, бро. Давай, честно, здоровье, бля. Бро. Обнял, бро, обнял. Давай, брат, люблю. Спасибо. Всего тебе лучшего. Давай, бро. Да, Рута жив. Я жду концерта, но он, конечно, жестко. Короче. Все, что я хотел вам сказать, это то, что со мной сейчас Бенедикт, со мной сейчас легенда, и скоро вы увидите полное мясо. Люблю вас всех, обнял. Теперь можно поесть ромейн. Гэнг! Да, СМР. Нет, нет, нет. Visa Gang Beats. Передай пару слов. Кто там ответственный за бит? Подожди. Это не иди я. Сюда. Кто ответственный за бит? Я. Что ты делал? Бит. Кто заставлял тебя его делать? Foreign Way, который в туалете. Foreign Way в туалете? Да. Пошли точно. Посмотрим. Да не может быть. Да, ну ладно. Да, открывай дверь. Я его не слышу, блядь, что за хуйня. А где Foreign Way? Славик! Вячеславик пропал. Короче, мы потеряли Foreign Way, срочно объявляем поиски Foreign Way. Все, мы пошли. Всех люблю. Да. А вот. Так, что там присоединяются люди? Или у вас забанили Инстаграм? 68 83. Сквизи, салют. Ну ладно, вроде люди присоединяются.
Короче, хотел заранее сказать всем большое спасибо за поздравления. Все вижу, на все не могу ответить. Так вот, я начну этот день. Спасибо всем огромное за теплые слова. Всех люблю, всех вижу. Всех очень ценю. Надеюсь, смогу вас порадовать крутой музыкой. Надеюсь, что все это закончится побыстрее. И вы сможете услышать то, над чем я долго работал. Я сейчас нахожусь в Берлине. Вообще дико кайфую. На последнем самолете улетел из России в Европу. Такие дела, чуваки. Короче, спасибо всем за поздравления. Как у вас дела? Рассказывает, что там пишут. Поздравляю от всех нефров. Спасибо. Сэдбой, спасибо огромное за поздравления. О, Гошан, здорово. Погоди, стой, ты еще тут? Короче, я только проснулся. Сейчас я тебе напишу. Пойдем встретимся. Так. Германия. Да, блядь. По сравнению с СНГ, тут такой легалайз. Что, баба, не горюй. Короче, все, просто хотел всем сказать, что я всех вижу, всех люблю. Еще раз спасибо всем за поздравления. Давайте, чуваки. Хорошего вам дня. Просыпаюсь, чтобы день прошел хорошо. Все, спасибо большое. Я пойду вставать, умываться. И все, пока. Von Anfang an machen wir heute kurz. Ich warte, dass ein bisschen Leute kommen. Ja. So läuft fertig. Jogi, check it, Stipe. Я сейчас, но грязь и рвай, и ты ее запас. И мой бэби потом меня спас. Я решаю, как я вставила.
Макс Агес, для чего ты знаешь? Экзотик. Чуваки, Фэнди Глок 2 скоро, очень скоро. День недели. Чуваки, у меня к вам очень-очень важный анонс. Когда тут будет чек 250, я скажу вам, что как. Короче, давайте, пацаны, подтягивайтесь, девочки, подтягивайтесь. Сейчас вам скажу просто лютый анонс. Да, я еще в Тбилиси, блядь, сигареты, фу, вообще не заходят, но что делать. Короче, я еще в Тбилиси, чекайте просто видок, я сейчас просто living the life, и мы снимаем клип со Скаем. Мы постараемся что-нибудь снять с ним на мой сольный трек, и помимо сольного трека скоро выйдет просто ебанутейший визуал на мой трек с Августом и с Айси Кэпом, на такой West Coast рычок, очень крутой. Поэтому, ребята, поздоровайся. Йо, what's up? Это шампанский или пиво? Давай туда. Сейчас я тут прямой эфир веду. Вот этот человек сделает по красоте все. Все, так что давайте, ребят. Давайте. Короче. Такая вот информация. I'm getting the fuck out of here. Всем моим людям, которые остались в СНГ, в России, в Украине. Надеюсь, у вас все будет четко. Особенно молюсь за своих братиков из Украины. Чуваки, это, короче, жесть полная. Дамирка, здорово. Дамир, чекай. Все, короче, удачно меня пропустили. Все, я пошел на посадку. Пожелайте мне удачи. Как парк называется? Быстрее. Даяна. Как? Жестко. Даяна? Да. Окей. А есть у кого-нибудь... Можно сишку, пожалуйста? Нет. Лиз, дай сигареты, да, пожалуйста. Можно. Сейчас. Не, нельзя. Что ты знаешь? Нельзя дать. Чик. Йоу, если вы слушаете Фэнди Глока, идите нахуй. Я не знаю, кто это говно слушает, чуваки. В принципе, Августа тоже. Можете не приходить сюда. Можете прийти и дать нам пизды. Скейт-парк. Как будто бы Wi-Fi. Короче, ребята, я хотел устроить сходку подписчиков, но вот этого человека увидел. Бля, короче. Погоди, давай посмотрим. А можешь мне подвести губ, плиз? Можешь подвести? Сейчас прочитаю.
300. Подержи телефон, я это сделаю. Спасибо. Чекай. 300, 200. Да. Так чё? Так, Гоба, думаю, просто, бля, мне дохуя чуваков писало, типа, из Тбилиси, что хотят встретиться. И мы еще будем примерно 30 минут где-то здесь, на Даяневске парке, поэтому, короче, кто хочет подлететь, сделать фоточку, кайфануть, выпить пивка. Если у кого-нибудь есть газик, привезите газик. Где Мальборо? Не знаю, посмотрю, увидим. Так что... Не, у меня нету. Так. Я подлетаю, хочу фоточку. О, Нико, здорово. Ну, Нико, с тебя я возьму 200 лари за фоточку. Пишите, пулап на сходку или нет. Потому что мы будем тут еще 30 минут, потом будем выезжать, и если у кого-то кайф имеется, заезжайте. Так, что там пишут? Лечу. Ай, нашла. Короче. Ребята, девочки, 30-40 минут мы еще будем тут. Локация Даяна парк, скейт-парк, Тбилиси, сухой мост. Мы 30-40 минут тут. Кто хочет подлететь, подлетайте. Так что все, давайте целую, пишите DM. Если что, подлетайте. Буду вас ждать, будет круто увидеться с вами. Так что давайте, чуваки. Я отклонил заявку на мой прямой эфир. А, ты приглашала, где она? Нет, стой, зайди быстро. Все, быстро заходи. Нет, заходи. Поздно. Нет. Давай, сука, заебал. Заходи. Поздно. Давай заявки попринимаем. Давай заявки попринимаем. Кого добавляем? Смотри, вот я на аватарке, можно принять. Я Фэнди Глок. Охуеть, Фэнди Глок в прямом эфире. Короче, шок. Давайте, кто в Тбилиси, подлетайте в Тбилиси. Давай. Где Сан-Лиза? Скейт-парк. А? Где Сан-Лиза? Сан-Лиза. Слышишь, сейчас спрашивают, где Сан-Лиза? Покажи-ка мне ее быстро. Все, короче, давайте. 30-40 минут мы еще тут ждем всех. Давайте, пока-пока.